Акцент представляет вам декоративное покрытие кракелюр с эффектом античных стен, испещренных трещинами. Кракелюр – декоративное покрытие, довольно правдоподобно имитирующее старый холст, испещренный трещинами в духе репродукции картин Леонардо да Винчи и Рембрандта. Это идеальное решение для стен, которые необходимо быстро состарить. Кракелюр является одним из самых впечатляющих украшений стен и способен превратить любой интерьер в нечто историческое и одновременно максимально модное. Для нанесения декоративной штукатурки кракелюр вам понадобится грунт-краска Имприма, лак Каприз, кракелюрный лак Кракелюр Экстра, база Кракелюр Патэ, пудра Акцент, валик с ворсом средней длины, шпатель из легированной стали, шпатулетта. Перед нанесением материала стены необходимо тщательно подготовить. На чистую, прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно нанести грунт глубокого проникновения. После полного высыхания при помощи валика с ворсом средней длины нанесите в один или два слоя заколерованную в цвет желаемых трещин специальную грунт-краску Имприма. Время высыхания 6-8 часов. Если вам нужно получить золотые, серебряные, бронзовые или перламутровые трещины, то перед нанесением кракелюрного лака вначале нанесите специальный лак Каприз. Добавьте в лак Каприз пудру, предварительно разведенную в небольшом количестве холодной воды. Тщательно перемешайте и нанесите разнонаправленными движениями на поверхность укрывающим тонким слоем. Время высыхания 4-6 часов. Тщательно перемешайте лак Кракелюр Экстра и нанесите его при помощи валика разнонаправленными движениями, равномерно укрывая тонким слоем всю поверхность. Спустя 2-4 часа таким же образом нанесите второй слой лака Кракелюр Экстра. Время высыхания 6-8 часов. Для большей пластичности материала базу Кракелюр Патэ рекомендуется разбавить на 10% водой. Тщательно перемешайте базу Кракелюр Патэ, заколерованную в желаемый цвет. Это можно сделать вручную при помощи универсальных красителей или при помощи машинной колеровки по системе Avatint. Затем при помощи шпателя из легированной стали нанесите толстым слоем не менее 1 мм разнонаправленными движениями на площадь 1-2 квадратных метра базу Кракелюр Патэ. Для получения более гладкой поверхности слегка смочите водой укрытый участок при помощи распылителя и пригладьте его шпатулетой. В местах наплыва материала будут более глубокие трещины. По мере высыхания на поверхности постоянно образуются трещины. Внимание! Не допускается применение тепловентиляторов и других способов ускорения сушки материала. Время высыхания 24 часа. Для придания поверхности водоотталкивающих свойств нанести валиком лак Глейз тонким слоем на всю поверхность. Время высыхания лака 6-8 часов. Декоративное покрытие кракелюр от Акцент.